Всем привет! Сегодня у нас понедельник. Сегодня Света была не в духе. Время уже 3 часа. Я только сейчас снимать начинаю. Сейчас еду в Озон. А включила камеру, знаете что? Хотела немножко похвастаться. С 20 градусов тепла. 20. Сейчас покажу. Смотрите, реально 20 градусов сегодня. Целую корзинку яиц Сашиной маме. Ну, хочу ей отдать, чтобы она попробовала их продать. Ну и, соответственно, денежки пополам поделим с ней. Мне еще в Озон надо. Смотри, до сих пор не сдала. 3 часа уже. И так неохота было из дома выходить. Хотя тепло. Прям тепло, хорошо сегодня. Саша там мастерит мне штуку, приспособление, которое будет помогать перематывать пленку. Считать метры. А я немножечко прогуляюсь. В магнит еще зайду. Нет, надо кое-что прикупить. Я вообще сегодня из дома, если честно, не выходила. Настроение сегодня плохое. Мама говорит, сегодня магнитные бури. А я сегодня расстраиваюсь везде. По любому поводу. Но сейчас вроде уже нормально. А с утра вообще как-то было грустно, печально. Вот посылка. Сходила в магнит. Смотрите, что я себе взяла. Пузырьковую маску. Написано корейская косметика. Все не по-русски. И даже не по-английски. Окси. Это, наверное, кислородосодержащая типа. Активный кислород, папайя и черника. Будем улучшать настроение вечера. Пузырьковая маска для этого самое оно. А то у меня сегодня это... Боевой дух надо поднять. Так, все. Теперь надо съездить к бабушке. Машинка хочет бензинчику. Ладно, машинка. Потерпи, я тебя завтра заправлю. Сегодня вообще не хочу. Ни на заправку, никуда. Когда я, получается, заправлялась? Так, в субботу. Да. Сегодня понедельник. Капец, 500. Рублей заправки хватает на 2 дня. На 2 дня. Ну, если в аптеку ездить. Я в аптеку ездила. Я ездила, получается, один раз. В аптеку и немножечко по городу мы ездили. Все. Кончился бензин. Почти. Ну, почти. У меня еще одно деление в запасе есть. Вот когда оно кончится, тогда кончится. Так что, получается, на воскресенье денег хватит, да, на 2 дня? Так, в эту среду едем уже в Краснодар. Отпуск наш закончился, больничный. Надо ехать заниматься. Продолжать, наверное, массаж будет, потому что долго не было нас. Не знаю, хочу ли я в эту среду встречаться с представителем Озонбанка. Сегодня точно не хочу. А завтра подумаю. Главное, чтобы теперь Алена не заболела. А то потом еще перерыв придется сделать. Ох, как несется. Сейчас, кстати, у нас 20 градусов. Но это ненадолго. Неделя у нас будет тепло. Короче, неделя потепления, потом опять неделя похолодания. Температура снизится, то есть 20-ника не будет, будет в районе 10-ки. То есть прохладненько будет достаточно. Потом опять потепление. Ну все, уже весна, скоро весна. Как классно, скоро лето. Я надеюсь, что Катюха закончит 10 класс, не завалит его. И мы перейдем скоро в 11 и будем отдыхать все лето. Вчера немножечко Катюху пришлось это построжить. Никак не хотела информатикой заниматься. Ну там профильная информатика у нас. Да, сложно. Но даже я разбираюсь в том, что сейчас это, то ее сейчас учат. Даже я как бы напряглась немножечко, совсем чуть-чуть, и разобралась. Ну, вы скажете, там, Света, ты взрослая и так далее. Нет, на самом деле я вообще очень сложно воспринимаю информатику, потому что у меня склад ума неподходящий. Я пыталась учить программирование, у меня из этого ничего не вышло хорошего. А, ну, кроме того, что я с Сашей познакомилась. Как раз пыталась, искала, мне нужна была программа, я познакомилась с Сашей. Вот. А так я информатику вообще не очень. Не понимаю.
Мне прям голова от нее болит. Вот, но у меня получилось. А ей просто неохота было это все учить. И она решила нам опять концерт по заявкам устроить. А мне это не понравилось. А, думаю, что у меня в кармане? Посылка у меня в кармане. Возврат забрала. Так, все, пойдем. Первоцветы у них расцвели. О, самые первые эти, как они называются-то, я забыла. Я забыла, как они называются. Примула, точно. Красотища. У нас скоро весна. О, эти тюльпаны, тюльпаны повылазили, вон, смотри. Примул много. Красотища. Но перед тюльпанами должны. У нас готов мясной орешек. Пробуем. А это сервис. Мы так Саша Миша нарезает на полосочки, чтобы он кушал. А я буду бутербродики с чаем. Я макароны не хочу. Почти шеф-повар. Пашки. Красота какая. Да вообще. Вкуснятина. А потом, чё у нас сын такой не самостоятельный? Да ну что, он ходит, но он уже пошел наливать. Да? Честно, признайся, ты пошел наливать уже? Я хотел наливать, но папа. Ну, поймал папу, да? Он сам. Он пошел наливать, мы с ним там перепирались, сидели. Он пошел наливать, и тут ты. Вмешал. Вообще. Не бутылку отобрал, да? Нет. Что здесь нектар абрикосовый? Разум. Как оранжевая густая жидкость. Все, переселяем Сашу жить в погреб. На. А как я кружку? Смотри, что я нашла. А кружку как-то стоит? Какую? Ты что ревешь? Ты что сегодня? Да я что не люблю. Сейчас папа слазит, пиво свое спустит. А и кружку не надо кушать. Давай два. Саша полез в погреб. Спускать свое пиво. М? Это абрикос. Ну, нектар. А это что, будем разбавлять и газировать? Почему? Ты хочешь газировать? Нет, я. Ты можешь по краешку обойти? Если очень надо, могу тебя за руку подержать? Не надо, я. Ну, по краешку иди. Главное, в яму не иди. Я просто вот это. Ну, трубки-то давай мне, а то ты как будешь споласкивать кружку с трубками в руках, а я трубки на место поставлю. Как? Вон там в раковине есть кружка. Ополосни. Либо жди, стой. Давай, давай. Не растаешь. Не хотел. Что делаешь? А? Женька, унеси эти банки, а? Пока мама не запретила газировку. На 2 года. Лизке заказываем разрядную книжку. У Лизы будет теперь 2 паспорта. Как этот называется? Вуду. Ой, Вуду. 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 Вуду паспорт. Аккуратно не свались. Ау! Ой, точно. Я про него забыла. Это мамин первоцвет. Смотри, какой он большой. Надо высадить бабушке. Ну... И что его, сколько его держать не на солнце? Тупки. Да? Тупки. Неси на место. Я его сначала в прихожую поставлю, там солнца мало. Только бы еще место найти, не на подоконнике. Так, вот сюда.